Я напоминаю, что вы продолжаете слушать программу «Интернационал», которую веду для вас я, Алена Апина. Сегодня у меня в гостях Доминик Джокер. И сейчас я хочу тебе поставить песню. Я порадовалась, когда ее услышала. Группа «Игла». 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 Да, группа такая «Игла». «Я тебя, ты меня». Ты знаешь... Извини, что я хлюпаю, просто очень смешное название. Очень смешное название. «Я тебя, необычно, ты меня». Необычно. Дело в том, что в основном песни лирические, страдальческие, как у нас тут был Сережа Минаев, он такие песни называет молитвами. Ну да, они такие обращенные вовнутрь, чтобы я покопаться. Я называю «Бежать и плакать». «Бежать, плакать». У каждого свои абсолютно какие-то такие подачи всего этого. Но, как я уже говорила, что простых танцевальных, честных, попсовых песен практически нет. Очень сложно, и, я говорю. Да, и очень сложно, не прибегая к таким жанрам, как там, я не знаю, там, рэп современный, там, лексика не совсем нормативная, да, придумать что-нибудь такое смешное, острое и так далее. Много слов и мало точек. Цитата Эфроса. Петелька крючочек. Я тебя обнимаю, ты меня согреваешь. Я тебя ненавижу, ты меня презираешь. Я тебя обнимаю, ты меня согреваешь. Я тебя ненавижу, ты меня тронешь, взорвусь я. Трону взорвешься, выбирая тронуть, не ошибешься. Вместе спасемся, мы вместе утонем. Целуй меня в шею, я твой синоним. Я тебя обнимаю, ты меня согреваешь. Я тебя ненавижу, ты меня презираешь. Я тебя обнимаю, ты меня согреваешь. Я тебя ненавижу, ты меня. Я тебя ненавижу, ты меня. Я тебя обнимаю, ты меня согреваешь. Я тебя ненавижу, ты меня презираешь. Я тебя обнимаю, ты меня согреваешь. Я тебя ненавижу, ты меня. Стилек такой, тебя, меня. Тебя, меня. А нет, Игорь Юрьевич Николаев называет это народизмами. Народизмами. Народ. Народизмы. Он когда писал на фабрике, еще писал песню для Антохи Зацепина, ниже ростом только Гумен. Я целую тебя в губы. Я говорю, я тебя целую в губы. Давайте поменяем. Говорит, не-не-не-не, это народизм. Я с тех пор запомнил. Очень интересно. Помимо народизмов, тут много чего, находочек, и все это здорово. И я просто была счастлива, что такая песня пришла. И я даже в свой
с iPad ее скачал и с большим удовольствием слушаю просто мне вне. Это почему-то сразу напомнило, я тебя поэтому спросил в момент прослушивания, не из Питера ли группа? Такой питерский здоровый снобизм присутствует такой. Сейчас, знаешь, питерский здоровый снобизм сейчас присущ всей нашей стране, поэтому... Ну, нет, в целом, но просто в основном это такой вот... ярко выраженный питерский саунд вот с намеками. Я говорю, мне очень нравится группа Айова, например. Это одна из там, новых коллективов, которые мне очень нравятся. Катюша Айова. И одна вот солистка. И я говорю, вот есть это, общие какие-то черты, я имею в виду вот этого, я говорю, тонкого юмора, снобизма такого. Но мне в целом очень понравилось. Это складывается в хорошее произведение. Прям реально хорошее произведение. Где ты их нацарапываешь? Объясни мне. А вот надо на «Комсомольской правде» сидеть тут, придумывать, работать. Доминик, я очень рад, что ты сегодня пришел к нам. Я обязательно буду ждать тебя снова и снова, чтобы ты... Я обязательно приду снова и снова. Чтобы ты посидел тут, поулыбался, пообсуждал вместе со мной и со всей нашей большой страной вот таких людей, которых никто не знает, а мы пионеры. Со своей стороны я тебе хотел сказать огромное спасибо за то, что придумала эту программу. Кроме того, спасибо тебе за то, что пригласил, но самое главное, спасибо за то, что придумал эту программу, потому что это ребяткам очень нужно. Вот тем ребятам, которые тебе присылают эти песни, которые слушают себя потом с трепетом в программе. А что про них говорят там дяди или тети или... Дядя Доминик, что же дядя Домик скажет? Им это очень важно, это для них большое подспорье. А ребята, а вы продолжайте творить. Все. Спасибо. Будет «Интернационал» с Аленой Апиной на радио «Комсомольская правда».